Я хотел бы обратиться к полицейским Казахстана и к военным. Этот год исторический. Это мы все осознаем. Осознаем, потому что мы видим, что народ наш уже не хочет и не будет жить под властью этого шала, который грабит народ, унижает свой народ. И вы, полицейские, и вы, военные, не должны ему в этом помогать. Вы должны служить народу и поддержать народ, быть вместе с народом. Этот режим никогда не будет решать ваши проблемы. Вы будете получать нищенскую зарплату, вы будете унижены, вам будет стыдно находиться, работать в этих рядах, потому что все вас будут презирать, называть мусорами, как угодно, оскорблять. У военнослужащих не должен быть проблемы. Житейский нет, он только должен служить, компенсация получить, которые пенсионеры. Они должны жить, как генералы, короче. Должны жить хорошо и комфортно. Что за работа тогда, когда эта работа не ценится своим народом? Она не оплачивается, она будет восприниматься как преступная должность. Я знаю, что многие полицейские сейчас отказались участвовать в этих репрессиях. Они приходят к нам, пишут, они увольняются и говорят, мы не хотим работать. Поэтому, как менялось правительство, мы все подавали рапорта, мы выходили, значит, в отставку, потом нас снова назначали. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.